Всем привет! В сковороду добавляю растительное масло, 1 столовую ложку, и маленький кусочек сливочного масла. Хорошо разогреваю. В разогретое масло добавляю 2 крупные луковицы, мелко нарезанные. 50 мл горячей воды. И буду готовить минуты 3 под крышкой. Затем добавлю в жаровню грибы, 200 грамм у меня замороженные. Готовлю вместе с грибами минут 5, также под закрытой крышкой на небольшом нагреве. Восхитительно луково-грибной аромат исходит от моего блюда. Если вам нельзя грибы или вы их не любите, можно заменить, например, кабачком. Теперь добавляю в жаровню куриное филе. У меня 500 грамм. И буду готовить все вместе под закрытой крышкой минут 5. Через 5 минут солю по вкусу, перчу по вкусу, добавляю сухой чеснок, 1 чайную ложку. Можно добавить свежий, пару-тройку зубчиков. И приправу для курицы, 1 чайную ложку, если она не острая, конечно. Добавляю 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку томатной пасты. Теперь все это хорошенько перемешиваю и готовлю 2-3 минуты. Можно использовать только сметану, либо можно использовать только томат. Это уже на ваш вкус. Кому как нравится. Далее добавляю немного горячей воды, чтобы было немного побольше соуса. Ну, 150 миллилитров будет достаточно. Вот. Довожу до кипения снова. Буду готовить пару минут. Затем выключаю, дам блюдо настояться минут 5 и можно будет подавать. Сейчас можно попробовать на соль и по необходимости, если нужно, досолить, довести до вкуса. Все готово. Блюдо настоялось, можно подавать. Пришло время подавать. Вот такая вкуснятина получилась. Вкусный соус, замечательный грибной, курино-грибной вкус. В общем, очень вкусно. Подавать такое блюдо можно с любым гарниром. Например, пшено, как у меня, либо перловка, либо рис пропаренный, либо ячневая каша. Все будет вкусно. Энергетическая ценность этого блюда – курица с грибами в томатно-сметанном соусе на 100 грамм 93 килокалории. То есть замечательно. Вот, например, у меня здесь порция одна. Состоит из пшена. 100 грамм пшена у меня. И 150 грамм курицы с грибами. Пшено получилось на 86 килокалорий. Пшено просто отварное в большом количестве воды сливным способом. 86 килокалорий без добавления масла. И 150 грамм курицы с грибами и соусом. Получилось на 140 килокалорий. Значит, вот такая порция в общей сумме на 250 граммов получилась на 226 килокалорий. Если добавить сюда любой салат из свежих овощей, будет просто замечательно. Можно также подать с макаронами. Макароны должны быть обязательно из твердых сортов.
Значит, вот такая порция. У меня здесь 100 грамм макарон из твердых сортов. 143 килокалории на 100 грамм, без добавления масла. И курица с грибами и соусом 150 грамм на 140 килокалорий. Плюс сыр 10 грамм, 36 килокалорий. Итого вся порция получается на 319 килокалорий. То есть, если добавить сюда еще 100 грамм салата из той же капусты, будет замечательная, прекрасная порция для здорового питания, для тех, кто хочет похудеть. Более чем отлично. Сначала замариную куриное филе. У меня 700 грамм куриного филе. Я добавляю в него немного черного молотого перца. Солю по вкусу. Добавляю сухой чеснок. Одну чайную ложку. Паприку копченую. Тоже примерно одну чайную ложку. И одну столовую ложку соевого соуса. Все хорошо перемешаю. Оставляю мариноваться примерно на полчаса, можно побольше. Затем добавляю в сковороду 2 столовые ложки растительного масла и включаю нагрев. Добавляю в сковороду одну луковицу, нарезанную соломкой. Добавляю 50 миллилитров воды и продолжаю готовить. Прошло минуты 3, добавляю одну морковку, нарезанную крупным брусочком. Готовлю еще минут 5, чтобы морковка слегка обмякла под закрытой крышкой. Морковка обмякла. Теперь добавляю баклажан. У меня один баклажан 270 грамм, нарезанный крупным бруском. Добавляю еще 50 миллилитров воды и замаринованную куриную грудку. Все перемешиваю и буду готовить минут 15 под закрытой крышкой. Прошло 10 минут. Теперь открываю крышку и готовлю 5 минут без крышки. Так, все готово. 15 минут прошло. Выключаем. Дадим блюду постоять. Немножко отдохнуть. И будем подавать. Вообще великолепно. Просто великолепно. Просто замечательный ужин для похудения. Ну и не только для похудения. Для всей абсолютно семьи это и вкусно, и полезно. Осталось узнать, сколько будет килокалорий на 100 грамм. Так, блюдо настоялось, пришло время подавать. Вот такая вот получилась красота. Овощи с куриной грудкой. Куриная грудка сочная. Овощи. Благодаря соевому соусу приобрели неповторимый вкус, аромат соусу соевому, чесноку, паприке. Посыпаю зеленым луком. Прекрасный, замечательный, полезный ужин для похудения и не только. Готов. Какова же пищевая ценность такого блюда? На 100 грамм 106 килокалорий. Замечательная пищевая ценность для второго блюда. По желанию можно добавить больше баклажанов, тогда пищевая ценность будет еще ниже. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Желаю всем мира и добра!